Всем привет! Давно не было видео на канале. Решил с вами вместе ремонтировать вот такую камеру. Вот ее название. Не заряжается. Скорее всего, здесь просто-напросто оторвалось гнездо. Вот мы вместе с вами и посмотрим. Приступим к разборке. Никаких интересных ремонтов пока не происходит. Обычная рутина. Что-то оторвалось. Кто-то что-то отломал. Там фронт, в принципе, как и здесь. Вот наш гнездышко. Посмотрим под микроскопом. Что мы видим под микроскопом? Почему нет зарядки? Конечно, два отпаянных концевика, плюса и минуса. Так, попробую приблизить и показать вам. Так, если видно. Так. Вот здесь и здесь отвалы. Ну или плохая пайка. Так, пока пауза. Так, сейчас я пропаяю само гнездо. Чтобы оно тоже на соплях держится, чтобы не вырвали его.
Вот так это получилось. С одной и с другой стороны. И теперь под микроскопом пропаяю вот это и эту лапочку. И вернусь. Ну вот, что у нас вышло. Вот такая красота у нас вышла. Сейчас мы еще флюс уберем. И еще что мы сделаем, мы усилим вот эту часть. Здесь пропаяем. Так. Так, ну вот получилась у нас такая красота. Будем собирать. На этом ремонт подходит к концу. Всем всего доброго, всего хорошего. Это видео, скорее всего, выйдет праздником, поэтому всех поздравляю с наступающими или с наступившими праздниками. Всем желаю здоровья, счастья, не болейте. А как говорит один хороший блогер, кто заболел, выздоравливайте. Всем пока, до новых встреч!